Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Disney Герои. Боевой режим. Так, ну что же, давай начнем, наверное, с порта. Зайдем и сделаем, наверное, быстренько рейд. А мне пишут, узнайте все VIP-преимущества. То есть, парень, болт тебе, а не рейд. Проходи своими ручками. Но самое-то интересное, ребята, что у меня очень много появилось новых персонажей, которых я вам хочу показать. Шастик, я уже не помню, там Зая и Утя, по-моему. Аид, так, это я забыл, как ее величать, барышню. Этот у нас какой-то там император. Так, Джек, Тиана или как-то так, типа того. Как-то так, типа того. В общем, ребята, вы сами прекрасно видите, да? Вот этого персонажа я буквально вчера получил. Ну, в общем, ребят, самое интересное, что эти персонажи у меня есть, но кто из них, что из себя представляет, я не знаю, понимаете, в чем дело? И самая большая проблема, которую вы узнаете чуть-чуть попозже, заключается в прохождении основной сюжетной линии. Мне нужна ваша помощь, потому что я там, ребят, не могу пройти определенных монстров, и я не знаю, как их бомбить, я не успеваю по времени. Ну что же, ладно, давайте быстренько с вами пройдем это, так сказать, испытание, да? Никаких тут проблем абсолютно не будет, потому что это лопухи на самом деле. Так, у нас вторая волна. Даже вот эти вот ребята, которые у нас стрелки, которые раньше меня раздражали, теперь для меня не составляет труда. Но есть другие виды персонажей, которые довольно нехило меня напрягают. И вы с ними скоро увидитесь. Так, давай-ка мы заберем здесь. Ага, трискарчик. Так, больше здесь пока ничего нету. На почте. Получить тут просмотр не хочу. Дай мне вот это вот все. Это, ребят, я чисто для галочки. Так, все, шикарно. Здесь мы получили все, что нам нужно. Так, и давайте-ка мы приступим. О, сундучки у нас есть, давай посмотрим. Один всего лишь. Ну, откроем бесплатно. Ребят, честно говоря, я потратил примерно 2 миллиона голды и открывал вот эти вот за 90. И вы были правы, ничего хорошего я там не нашел. Ну, по одной карточке на каждого персонажа будет, может быть, это максимум. Так, а вот этого чувачка я открыл именно вот здесь вот. Да-да-да, именно за ежедневки, ребят. Так, ну что же, у нас тут видео, вызовы на арену. Давайте сходим, ребят, на арену. Потрясающе, вы повышены, бронза 2. Спасибо тебе большое. И давай посмотрим, кого мы сможем здесь хотя бы побить, если у нас получится. Ну, например, Мекахали, да? Мечакали, елки-палки. Ой, погоди, погоди, какой Мечакали? Не-не-не-не-не-не-не-не-нет. Нет, конечно, эй, тихо-тихо-тихо-тихо. А как выйти-то? Какой Мекахали? Там жесть была. Там просто была жесть. Я могу отсюда выйти или нет? Добавить новый состав. Я не хочу добавлять новый состав. Я вообще не хочу с ним драться. Черт подери. Нет, могу, по-моему, да, уйти? Фу, ребята, выбрал тоже мне Мекахали. Ты посмотри, какой у него уровень 60. А что интересно такое? БА. Это он, наверное, с кем-то дружит, нет? Нет, конечно, ребята, вот. Вот здесь вот можно будет еще подраться, да? И вот здесь, я думаю, тоже Геральт Алис. Давай-ка вот с Геральт Алис подеремся, наверное, с вами. Но здесь я кое-что уберу и заменю. Я возьму себе... Кого же я прокачивал? Кого-то я, ребят, себе прокачивал. Специально для этих драк. Но это не Аид точно. А, вот, танкулечка. Да, он мне понравился, ребят, на самом деле. Вот этот танк довольно нехило, он может там превращаться в ястреба, да. Вот, всякие тут антибафы вешает. Так, ну этот что-то у нас не справляется, по-моему, Мигель. Или справляется, что-то пока не вижу. Ну, как видите, ребят, побит за нами. Угу, шикарно. Давай еще кого-нибудь найдем. Примерно нашего уровня. У меня какой там? 37-й. Так, а вот этих я не могу. Подожди-ка, у нас, по-моему, ребята, следующий бой пойдет чисто за монетки. Так ведь? Да. Не за монетки, а за брюлики. Поэтому я сейчас не смогу подраться. Ну, ладно. Также, ребята, у меня открылась вот такая штука — улучшение. Ну, как видите, практически я все улучшил себе. И очень много чего потратил для этого дела. Так, давай сделаем вот так, наверное. Сделаем вот так. И, наверное, блин, я не знаю, что еще. Давай цветочки эти, рецептики потратим. Так, улучшим. Улучшили еще на одну дольку. Ребят, короче, у нас вот эти вот, видите, три чеки. То есть их можно повышать за счет вот своих этих. Можно, если у вас есть вот такие вот карточки, можно по 10 сразу же.
В общем, я неплохо. Я, по-моему, Шрама прокачал неплохо и Геркулеса у себя. Автодобавление недоступно, потому что, как всегда, нам нужно VIP уровня 6. То есть без этого VIP вообще никуда. Так, улучшение. Забираем. О, видели, еще одну карточку, ребят, мы с вами получили. Так, что дальше? Это нам не нужно. Что еще мы с вами хотим посмотреть? Вызовы. Что еще тут у нас за вызовы? Дай мне силу, джедай. Кстати, я вот насчет этого так и не разобрался, ребят. Нужно вот это вот нам, не нужно. Как это, платить 200 брюликов за то, чтобы открыть? А что там дальше, я не знаю. Понимаешь, время закончилось. Активировать, активировать. Хм. А тут? И тут то же самое, ребят, за 200 брюликов, все. Открыть новый слот вызовов за 1000 брюлей. Так, выполнено. А, да офигеть можно. Офигеть, я не знаю, ребят, что это такое. Еще ни разу не делал, как видели. Так, ну что, город. Что у нас тут, ребята? А, ну первую локу я прошел, вторую. Я почему-то не могу понять, раньше я мог здесь, ребята, делать рейдом. Так, Аладдин, ты мне здесь не нужен, если честно. Давай мы возьмем тебя лучше. Я его еще, кстати, не тестил. Я его даже, по-моему, еще и не прокачал, если я не ошибаюсь. Ну, хотелось бы посмотреть, что он умеет делать. Наверное, из лука бомбит, да? Да, ребята, он стреляет. Показывает свою грудь, тем самым завораживая врагов. Так, ну здесь неплохо мы прошли. Шоссе Джетсом. Давай быстренько шоссе это пробежимся. Я вообще-то, ребят, проходил полностью это, вот это испытание, полностью. От начала и до конца, ничего в нем сложного нету. Даже пятый уровень тоже проходил. Так, ну смотрите, бомбежка. Шрам, на самом деле, вообще имба. Но прокачка, конечно, требует, ребята, сил, денег и ресурсов, на самом деле. Так, ну что, давай, погнали. Бомбим, бомбим. Ну, согласитесь, вообще и здесь же. Но это у нас какой там? Это, по-моему, второй лишь этапчик, да? Награда, мы получили 150 фишек. То есть, третья. Как же мне сделать рейд? Хм. А ведь раньше я делал. Может быть, когда у меня все пройдено, и потом здесь появляется, типа, рейд. Может быть, в этом случае? Так, ну что, можно, в принципе, пока здесь все у нас легко и просто идет. Да, ребят, мы можем с вами, наверное, взять какого-нибудь другого персонажа и посмотреть его. Возьмем мы его, наверное, вместо... Блин, а вместо кого нам лучше его взять? Ладно, сейчас посмотрим. Так, мы идем сюда в бой. Давай, наверное, тебя уберем, парнишка, а поставим... Утю, что ли? Утю я еще не видел, ребята. И давай вот эту вот. Прикольная девица, довольно-таки. Погнали. Подожди, я ее... А где она у меня? А, вот она, примчалась на своем мотоцикле. Мне напоминает это игру какую-то, помните, ребята? Где-то на мотоциклах-то световых ездили. Даже не то, что игра, это фильм даже был такой. Не помню название, хоть убей. Но на языке крутится. Бля, она появляется эффектно, да? На мотоцикле сразу въезжает в толпу врагов. Ну и пошел разбор полетов. Все по красоте. Ребята, я Геркулеса прокачал имбомика. Но, по-моему, Шрам у меня все-таки прокачан лучше, если честно. Так, регион зачищен. И мы получаем с вами 200 фишек на этот раз. Так, ну что, предпоследняя, ребята, у нас тут локация. Давайте посмотрим. Кстати, будет уже где-то напряженка. Я серьезно вам говорю. И, кстати, вот что я хотел у вас сейчас спросить. Вы заметили, что у Шрама висит буковка «С»? Что она обозначает? Мы, помните, видели у врагов букву «Б»? Так вот, у Шрама это буква «С». Сейчас я вам покажу, продемонстрирую. Так, вот мы пишем. Вот, ребята, что эта буква означает? Не могу, ребят, пока понять, а что такое нанять? Оу, смотри-ка. А сколько наем стоит, интересно? Ну, например... Блин. Декандант. Так, кого мы с вами не видели? Вот я не видел, например, вот эту вот обезьяну из Короля Льва. Я не видел вот эту барышню. Вот эту барышню не видел. Так, это у нас из мультика «Игрушечные истории», да? Так же, как и Вуди. Отдай-ка, ребят, я посмотрю. А что? Не понял, что? Нанять наемника. Ну, нанять. А, мне, наверное, нужно отсюда убрать кого-нибудь, так ведь? Ну, предположим, убираем и
нанимаем. А как тебя нанять-то, родной мой? Навыки, значки, силы, поддержки, время. Так, эпидемия деформантов. Извините, ребят, я не врубился, как его нанимать. Еще раз проверю, может быть, я чего-то тут... Может быть, мне его нельзя, может, он мне недоступен, может быть, только вот этих. Давай посмотрим вот этого. А, вот что пишут, ребят. Это режим эпидемия деформатов, да. Этого, чтобы взять, у меня должен быть 42 уровень. Могу только Вуди взять. Ну, давай. Ну, я же взял Вуди. А, вот он. А почему у него, ребята, вот такой значок? Ну, типа, трупец. Ну, это, наверное, из-за того, что он наемник. И как бы, чтобы он не вписывался в твою компанию, в твою колоду. Так, ну, давай посмотрим, ребята. Что там Вуди делает? Лассо какой-то бросает, да? Или мне показалось? Да, он бросает лассо. Так, ну, тут нормуль. Все отлично, все шикарно. По крайней мере, я посмотрел, что делает Вуди. Продолжаем. Мэдисон Авеню. Так, Вуди, убираем мы тебя. И давай-ка я гляну, знаете, на кого? На Аида я видел. Давай на Джека посмотрим. Главное, чтобы его здесь не уронили. Ха-ха, быстро причем. Тынь-дырень-дырень, спустился. Так, он что там, тыкву что ли какую-то бросает? Тыквоголовый он что ли? Да, ребят, по-моему, так и есть. Какие-то подарочки там подкидывают. Ну, довольно неплохо. Довольно неплохо, мне понравилось. Продолжить. Регион зачищен, и мы получаем с вами 250. То есть за прохождение пятой локи мы с вами получаем, наверное, судя по всему, 300 жетонов. А жетончики — это хорошо, это всегда круто. Так, давайте-ка мы кому-нибудь вернем обратно имбового. Кто у меня имбовый здесь? Имбовый. Ну, давай посмотрим вот этого. Да? Хочу, ребят, посмотреть. Тендерин вышел из комнатки, да, страха. Ну что же, посмотрим, как у нас тут все происходит. По-моему, у меня, ребят, 4 танка, да, здесь? 4 танка и один хиллер. Но, тем не менее, довольно неплохо справляемся. Шикарно. 4 танка и один хиллер. Обалдеть просто. Всю жизнь мечтал так проходить. Так, давайте, ребят. Мы сейчас добьем это испытание с вами, а потом дальше уже посмотрим, что мы будем с вами проходить. Дуэль мы уже не сможем, это однозначно, потому что у нас там откат по времени идет. И основную сюжетку, которую я вам покажу. И покажу как раз на том месте, где я застрял. Вот, смотрите, ребята, вот, видите, у Гуфи вот защита такая была, вот аура, да? Типа сопротивляемость или неуязвимость, что-то такое писали. Так вот, у меня на тех монстрах, где я встал сейчас, да, на, по-моему, пятой главе, какая там... Пятая глава, пятый регион. Ну, что-то такое с пятым сочетается у меня в уме сейчас в данный момент. В общем, там пошли у нас монстры. Помните, раньше была у меня проблема с дальниками, да, со слизняками. Слизни теперь я разбираю на ура. Но вот именно с теми охламонами, которые похожи как будто вот ниндзя какие-то, я с ними не могу справиться. Так, награды. Что это такое? Что это у нас такая? Карточка рейда городского дозора. Это неплохо, ребята. Сбросить и начать рейд. Сбросить и начать рейд. То есть я могу проходить до пупения, что ли? Так, один к мощности диска в награду, жетоны в награду. Не восстанавливаются. Ага, а что для этого нужно? Пройти городской дозор трудный, чтобы получить доступ. Вот как раз я не могу пройти трудный. Вот в этом вся проблема, ребят. Так, что у нас тут по заданиям? Забираем. А это тоже забираем. Ух, сейчас мы, кстати, с вами в магазинчик сейчас бегаем. Наверняка что-нибудь прекрасного, хорошего сможем купить себе. Может быть, даже какие-нибудь осколки на определенных персонажей. Так, где у нас... так, сундук опять какой-то у нас бесплатный, готов. Мне почему-то, знаете, кого хочется открыть, ребята? Джека Воробья, я не знаю, мне... Ну, нравится этот персонаж просто-напросто. И вот хочу... Где у нас рынок-то? Вот рынок. Давайте, не буду я ничего тут продавать. Так, вот это вот, ребята, я покупаю. Не знаю, правда, для чего, но мне хочется. Так, Моана. Две фишки всего лишь. А сколько нужно? 80, нифига, она что, такая крутая? Не знаю, ребят. Наверное, крутая. Так, у нас 846 фишек. И тут Теодальма, мистер Аладдин. Короче, это все мне не нужно на самом деле сейчас. Так, тут вообще что-то у нас как-то кисло с фишками.
Угу. Вот, ребята, вот здесь вот я коплю на Буйволсона. Сколько там дают? 5, да? Я беру это и на Салли. На Салли. Звучит-то как на Салли. Ну, вы поняли, наверное, да? Так, и, по-моему, все, ребята. Золотые фишки пока тоже не могу понять, где они берутся. Может быть, описание. Так, используйте жетон вызова для покупки. Ну, это понятно. А где нам их взять? Где мне их взять? Я пока не зарабатывал их. Так, что у нас тут по гильдии? Давайте, ребята, мы наемники. Я хочу выставить... Да кому нужен мой шрам, елки-палки, синий, непрокачанный? А вход что, нельзя, что ли? Все, я отметился еще со вчерашнего дня. Как говорится, не потратилось, да? Так, берем постоянно с вами какие-то призы. Постоянно. Так, Руси. Уровень 2. Я не понимаю, он живой у меня или не живой этот клан? Серьезно говорю. Как определить активность клана? Кто-нибудь подскажет мне? Я пока, честно говоря, не знаю. Так, эпидемия. Эпидемия завершена. Награда за влияние. 12 регионов зачищена. Так, примите участие в следующем. Ну-ка, покажите мне, что тут распределение пошло. Ну, как всегда, наверное, имба здесь будет, да? Так, тут 40-й уровень стоят. Так, в бой с 56-ми, конечно. Ага, любишки скатили. Да, ребята, здесь моего уровня и в помине просто нету. 39-й уровень. Можно было бы, наверное... Но у него... Подожди-ка, у него сколько? Почти, ребята, почти одинаково. А почему... А, ну да, давайте выставим. Давайте попробуем выставить. Выставим, наверное, с вами имбу. Так, я думаю, заморозчик здесь понадобится мне, скорее всего, да? Так, танк есть. Два танка у нас есть. Так, надо взять нам Мигеля. Где Мигель? Где мой гитарист? Моя сила, что-то вообще как-то... Что-то мы, ребят, с вами вообще не дотягиваем. Вряд ли у меня получится. 7493. И как мне быть? Нет, не катит. А кого можем тогда? Да ну, с этим олухом я не пойду. Слушай, кого бы я, ребят, не поставил, у меня одна и та же мощь. То есть я не смогу подраться. Слишком буду слабоват. Здесь недобитый какой-то один остался. 2900, давай, ребята, мы его добьем. В конце концов, я думаю, что он справится. Мой герой-то в конце концов или не справится. Так, возьмем заморозку и попробуем. А можем рейд сделать? Во! Хе-хе. Вот так вот, лучше на рейде, да, ребята? Все-таки одного мы там зашкварили. Так, давай посмотрим. Может, где-нибудь еще халявка какая-нибудь нам подвернется. Ну, чисто на добивочку, да? Тут никого нету. Так, тут тоже все добиты. Добитые. Так. Да ладно, везде добитые, что ли? В бой я не могу драться, да? Мне не хватит этих. Так, тут силы 0. Тут все добитые. А тут тоже. Что-то они, ребята, все уже добиты. Одни фиолы только живы в данный момент, как я посмотрю. Но с фиолами, вы понимаете, это бесполезно идти там куда-то. Так, что у нас в порту? Последнее, ребята, испытание. Рейд? Ага, была лейт. Ладно, давай сделаем по-быстренькому. Да уйди ты, господи, что ты лезешь-то сюда? Иди, танкуля и Мигельчик. Где Мигельчик? Интересно, а вот что у нас делает Теодан, или как ее там звать? Она же у нас, по-моему, тоже хиллер. Или она маг? Я знаю, что она не боевик, это точно. Это я вам точно могу сказать, что она не боевик. Так, отлично, здесь все хорошо. И вот еще хотелось бы мне узнать, ребята, как прокачивать уровень нашей команды. Так он медленно сейчас идет, но я прям не могу. Может быть, знает кто-то какую-то фишку, где можно по-быстренькому это все дело сделать. Так, ну что? Нет, не хочу быть ничего. Так, и рынок уже был, миссии. Так, соберем все. Полный форсаж. Так, уровень 3. Награды. Успех. Начать все заново. Да, пускай делают. 2 часа у нас, как говорится, в запасе есть. Ну, вроде бы мы все здесь с вами сделали, да? Теперь, ребят, самое интересное. О чем я вам... А, погоди-ка. Нам еще нужно прокачать скиллы.
Да, совсем забыл про своих героев. Так, здесь опять что-то мы с вами получим. Ну, неужели? 38 уровень, ребята, вот это круто. Вот это я понимаю, значит, я сейчас... Так, защита от эпидемии. Прыгай в воду. Ну, спасибо вам большое. Кстати, где я сейчас это только что получал, там была шкала зелененькая. Нам показывали, сколько нам не хватает до следующего уровня. Так, ну что же, я буду, естественно, прокачивать пока шрамы. Так, получить новый. Ну, как мы знаем, чтобы дальше нам что-то получить, повысить их, да? Даже по звездочкам, по рангу. Нужен 42 уровень. Да-да, как-то не грустно звучит, но нужен 42 уровень. Так, поднимаем ему до 38-го. Так, отлично. Ну, я думаю, что надо поднимать уже тогда всех до 38-го. Чего уж тут, как говорится, мелочиться. Так, предметы какие-то я могу, давай. Надевай хотя бы так, шастик. Так, а это у нас Утя и Зая. Ну, я был прав, это Утя и Зая. Так их прям и величать тоже, ребят. А вы, кстати, пишите в комментах, кто из персонажей, которые в данный момент у меня есть, самый имбовый, чтобы я примерно знал, кого мне прокачивать. Я думаю, что многие ребята играют, потому что они просят, чтобы я в нее играл. И поэтому я думаю, что многие уже, наверное, хорошо прокачаны. Может быть, конечно, не у всех есть такие персонажи, как у меня, но это не имеет значения. Повышаем, ребята, повышаем. Так. Угу. Зелененьким, да, стало? Ну, это, согласитесь, еще ерунда. Нам нужно синева, чтобы она была синей. В плане... По уровню синей. По рангу. А не синий, как многие могли подумать. Так, хорошо. Это у нас Кворра. Вот. Так, ну что, этот император Зург. Давайте его тоже повысим. До 38 максимального уровня. Погнали теперь дальше. Так, тут можем мы... Ага, поднять его, что ли, получается, по уровню. Да, ребят, повышаем. Даже это не уровень, как сказать, это ранг. Можно, да? И открывается новый навык у него. Фонарщик Джек. Джек воспламеняется на 10 секунд. И его базовые атаки наносят всплесковый урон сразу нескольким врагам. Всплесковый урон. Что-то такое хорошенькое, ребята. И звучит тогда всплесковый урон. Ладно, Джек, в любом случае я тебя прокачаю. По максималке 38-й. Шикарно. Так, следующий у нас идет Теодальма. Так, у него 30 штук. Да, давайте так сделаем. Чтоб по-быренькому. Все. Дальше у нас идет Ник Уайлд. Да, у него вообще 33 уровень. Че, с какого вдруг перепуга-то? С какого вдруг перепуга? Так, и предметы я могу. Так, надеваем. А этого у нас нету. Это можно будет все получить, но пока не до этого. Мигель Ривера. А почему я не могу? Ага, вот этой пробирки тебе не хватает. А где-нибудь я могу ее найти? Да, ребят, могу. Я ее могу найти. Так, на нормальном, естественно, режиме. Только я не понял, я сбилась, что ли? Давай, пока... А, вот она. Рейд из 10. Как всегда, балалайка. Так, ну что, я уже вижу, ребят, что пробирку мы получили. Сколько там нужно? Одна? Или две? Или три? Или пять? Посмотрим. По-моему, там одна, одной достаточно, да? Создаем. Нет, так нужно было пять. Создаем. А, требуется уровень 37. Он у меня еще не прокачанный, да, получается? Давай поднимем тебе этот уровень. Так, предмет одеваем. И повышаем, конечно же. Так, ну вот, теперь он стал S1. Ну, опять же, с одной звездой. Так, и быстренько наденем все, что у нас есть. Вот так вот, втихушечку. Я думаю, что здесь, ребята, тоже распаляться на всех персонажей не стоит. Это как и Marvel Strike Force. Надо качать определенную команду. А вот как определить, какая команда мне нужна, я пока не знаю, ребята. Эх, и что? Что у нас тут мистер исключительный хочет? Что, надеть? Повыситься в ранге? Ну ладно, давай повысим тебя в ранге, так уж и быть. Так, синий плюс один. И вот это вот наденем на него. Хотя он как танк, мне кажется, уже, ребят, не актуален. Так, ну что, смотрите, ребят, мы идем с вами в компанию, да? Глава 5, глава 3, это у нас инфекция, если я не ошибаюсь, да, здесь? Да, тут, по-моему, инфекция, надо, ребят, спасти всех, кто здесь
страдает. Так, давай возьмем, наверное. Ну, давай, пускай. Пускай будет. Сделаем здесь с вами глобальную зачистку. Освободим эту территорию. Вот, вот, ребят, смотрите. Вы видели? Сейчас мы его здесь шваркнули вообще как-то очень быстро. Ну, потому что тут, наверное, судя по всему, уровень маленький. Так вот, с этими ребятами я не могу на основной сюжетной линии справиться, ребят. Не могу. У меня не хватает времени. Тут времени дается 2 минуты, да? Так, вирус уничтожен. Мы с вами получили жетоны. Так, все. Нет, не все. Крысовский закоулок тоже у нас заражен. Поэтому, ребят, давайте. Кстати, вот это вот заражение, знаете, что мне напоминает? Игра Battle Cats. Наверное, многие знают, да? Там в космосе, короче, кошечками играешь, такими мутантами. Там тоже, когда проходишь карту, постоянно какие-то пришельцы высаживаются. Ты должен зачищать эти территории. Так, ну что же, получили. Продолжаем, продолжаем, ребят, с вами. Надеюсь, вот теперь все, да? Да, никаких заражений нету. Пятая глава, ребят, смотрите. Вот, крыша на Парковой авеню. Смотрите внимательно. Смотрите внимательно, что происходит. Я буду вот таким составом играть. И смотрите. Сейчас все сами убедитесь, почему я не могу дальше снимать видосики. Вот они. Посмотри, что с ними делать. У них сопротивляемость. Сопротивление вообще на все. Хоть магией бомби, хоть там что. Я не знаю, как их победить, понимаете? Так что, ребята, я жду от вас, ну, разъяснения. Может быть, кто-то знает, может быть, что-то здесь не должно быть у меня. Может, каких-то героев не надо выставлять. Ну, посмотри, вот 37 секунд, ребята, 35. И сейчас будет фейл. Из-за времени. Просто из-за времени. Не знаю. Вот такая вот ерундистика, ребята, у меня и получается. И что с ними делать? И как дальше снимать игру, если я не могу даже вот этих вот аглоедов пройти? Поражение, вот и все, что мне написали. Я надеюсь, это не баг и не глюк. Что они просто вот бессмертные такие. Так, ну что, сундучок. Давай получим опять бесплатно. Рецепт какой-то там машины мы с вами заработали. Так, здесь у нас получить. Здесь у нас получить. Опа-на. Повысить свою команду до 40 уровня. Но это еще будет не скоро. Совсем не скоро, да? Так, ну и вроде бы, ребят, все. Я дальше не знаю, понимаете? Я бы и рад снимать видосики. Но когда тебе достаются такие противники, которых ты не можешь пройти, просто топорно встаешь на месте и чешешь репу. И думаешь, а как быть? И вот я сижу и думаю, а как быть? Как там проходить? Я уже, ребята, всех перепробовал в команде, кого только можно. И ни шишарики у меня не получилось. Так, тут у нас еще и ограниченный выбор, да, я смотрю. Ладушки, давай вот так сделаем и вот так. Хочу просто посмотреть, сможем ли мы здесь с вами пройти три волны или нет. Да я бы сказал, даже на изи идем просто-напросто, даже не морщимся, смотрите. Бежит Буйволсон, уже лежит. Шастик тоже отшастался. Так, и здесь, естественно, тоже, ребята, без проблем, все чики-пуки, нормуль. Продолжить. Так, желтая команда, это не сейчас, не сегодня. Ну что, дорогие друзья, на этом я, пожалуй, буду закругляться. Вы, главное, мне пишите, как пройти этих упырей. Если мы их сможем пройти, то, соответственно, дальше у нас будет основная кампания идти. А пока все, всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.